Что такое ETF? Как работает биткоин ETF? Чего хочет добиться финансовый гигант BlackRock и кто ему противостоит? Встречаете такие заголовки в финансовых новостях и недоумеваете? В этом видео разберем все эти названия и термины и объясним на простых примерах. Прежде чем углубиться в тему биткоин ETF, давайте разберемся, что такое ETF или биржевой инвестиционный фонд. ETF – это инвестиционный фонд, который покупают и продают на обычных фондовых биржах. Представьте себе корзину, в которой лежат различные виды активов, например, акции, облигации или биржевые товары. Когда вы покупаете акцию ETF, вы, по сути, покупаете небольшую часть этой корзины. Вы не владеете отдельными активами, но получаете выгоду от их совокупной эффективности. В состав традиционных биржевых фондов может входить почти все, что угодно, от драгоценных металлов до пищевой продукции или нефти. Владение акциями такого фонда можно сравнить с владением частью бизнеса. Если бизнес преуспевает, ваша доля становится дороже. Если дела бизнеса идут плохо, ваша доля падает в цене. Конечно, в отличие от владения бизнесом, в ETF может содержаться целый ряд активов, и стоимость вашей акции зависит от того, как обстоят дела у каждого из них. Таким образом, биржевые фонды дают возможность инвестировать в набор активов, не покупая каждый из них по отдельности. Теперь давайте рассмотрим, как биткоин ETF развивают эту идею для мира криптовалют. Вместо того, чтобы покупать биткоин на криптобирже, вы можете инвестировать в спотовый биткоин ETF на обычной фондовой бирже. Спотовый биржевой фонд для биткоина – это такой фонд, в котором хранится реальный биткоин. Эти фонды существуют в Европе и Канаде. Европейские продукты, основанные на биткоине, функционируют еще с 2019 года. А вот в Соединенных Штатах Америки биткоин ETF до сих пор не получили разрешения комиссии по ценным бумагам и биржам. Вместо этого власти США разрешили ETF на биткоин, привязанные к фьючерсным контрактам на монету. Фьючерсный контракт – это соглашение о покупке или продаже чего-либо по фиксированной цене на определенную дату в будущем. Так, фьючерсный контракт на биткоин основан на цене биткоина. Однако совсем скоро ситуация может измениться. Если вы уже слышали о биткоин ETF, вы наверняка знаете о такой компании, как BlackRock. BlackRock – это американская инвестиционная компания, одна из крупнейших в мире. Так вот, BlackRock подала заявку на создание спотового ETF на биткоин, известного как iShares Bitcoin Trust. Он обещает стать крупнейшим в мире биржевым фондом для биткоина. Компания намерена пользоваться услугами криптовалютной биржи Coinbase и следить за ценой BTC. Как вы уже, наверное, догадались, основным препятствием для создания такого фонда является получение разрешения комиссии по ценным бумагам и биржам США. Осторожный подход регулятора к криптовалютам и недавние судебные иски против крупнейших криптобирж, в том числе и Coinbase, сильно усложняют процесс. Аналитики считают, что вероятность одобрения спотового биткоин ETF компании BlackRock составляет 50%. Однако позиция комиссии по ценным бумагам вносит большую долю неопределенности в исход дела. Если BlackRock все же добьется успеха, запуск их спотового фонда может привести к значительным изменениям на криптовалютном рынке. Например, представьте, насколько больше розничных, институциональных инвесторов может привлечь биткоин, если у монеты появится выход на фондовую биржу. ETF также сделает биткоин более доступным, что, конечно, повлияет на его цену. Позитивный исход дела может способствовать росту и других криптовалют, например, эфириума. И, наконец, введение спотового биржевого фонда подчеркнет необходимость четких правил и защиты инвесторов в криптовалютном секторе. Появление первого ETF для биткоина – это важная веха, которая может привести к массовому распространению криптовалют и привлечению серьезного инвестиционного капитала. Как еще можно инвестировать в биткоин? Пока мы ждем одобрения революционного биржевого фонда, существуют и другие способы безопасно зарабатывать на флуктуации цены главного криптовалютного актива. Например, через сервисы Bitbanker.
В разделе «Покупка и продажа» вы можете приобрести биткоин за фиат или криптовалюты, а в разделе «Инвестиции» существуют продукты, чья доходность напрямую связана с BTC. Хотите узнать больше о новостях мира финансов и технологий блокчейн? Подписывайтесь на канал «Битбанкер».